Привет! В этом видео давайте покажу, как буквально за одну минуту можно получить доступ к ChatGPT 4o Omni, да, которая новая версия, к бесплатной ее версии на официальном сайте OpenAI. Если вы авторизуетесь из России, то есть сайт нам доступен, но нажав вот сюда, нам покажет, что доступ заблокирован. Чтобы этот запрет обойти, нам понадобится всего одна программа, которая называется Ctrl-D. Скачать ее можете на этом сайте. Ссылку найдете в моем телеграм-канале. Переходим на сайт, нажимаем «Скачать». Далее здесь пропускаем рекламу. И здесь нужно выбрать, какая версия вам нужна. Я скачиваю для компьютера на Windows, нажимаю ее. И загрузка происходит. Нажимаю на эту программу, чтобы ее открыть. И здесь уже автоматически прописываются нужные данные. Проверьте, чтобы в первом поле было написано COM-SS, а тут покажется ваш компьютер. Сейчас мы видим надпись Not Configured, то есть не настроена. Нам просто нужно нажать зеленую кнопку и маленько подождать. Все, после того, как мы увидели надпись, что Success, подключение есть, переходим на сайт openai.com, опять же опускаемся ниже и нажимаем Try ChatGPT. Нажимаем «Войти», либо «Зарегистрироваться», но проще нажать «Войти» и авторизоваться через Google аккаунт. Нажимаем «Продолжить с Google», заранее авторизуйтесь в своей почте, ну либо же здесь можно по новой войти. Нажимаем «Continue». Нас просят немного рассказать о себе, можете вписать свои данные, можете написать что-то неправдоподобное, никто это проверять не будет. Нажимаем «Соглашаюсь». И вот нам пишут, что мы уже сейчас можем попробовать ChatGPT 4o. Ну, давайте введем какой-нибудь запрос, например, по моей тематике. Также мы можем видеть сверху, что используется именно модель ChatGPT 4o. Новая, последняя. Пишем запрос, отправляем. И вот мы видим, как быстро нам нейросеть отвечает. Можно использовать один и тот же аккаунт каждый раз при авторизации. Пока что меня на моем основном аккаунте не заблокировала система. Чтобы корректно все использовать, просто когда вы поработаете, нажимаете «Выйти из аккаунта». И здесь нажимаете Restore DNS, чтобы ваши DNS вернулись к вашим настоящим. Но если мало ли вам заблокируют доступ на этой почте, то просто создавайте новый Google аккаунт, можно опять же повторюсь, не с настоящими данными, и авторизовывайтесь уже с помощью другого аккаунта. Вот такой метод, пользуйтесь, напишите в комментариях, получилось ли у вас подключиться, и если все получилось, то можете поставить этому видео лайк, это поможет мне его продвинуть.